немножко одно попадание. Предатель автосос! Володя! Виктория, молодец! Владимир Иванович, теплые слова от вас. Дорогие яхтсмены, я очень рад видеть вас сегодня на этой площадке в яхт-клубе. Парусным спортом я начал заниматься на радиозаводе с 73-74 года, когда организовалась там секция парусная, и строили мы тримаран. Светловоз помнит это, тримаран 013 за лето. А потом познакомился я с начинателем клуба Деревянком Александром Андреевичем, который тогда находился на территории базы. Спасибо, уважаемый. Хочу поздравить нас всех с этим юбилеем. 40 лет бывает один раз. Вот, хочу пожелать всем успехов, здоровья. Вот, каждый приносит в клуб то, что он может принести, и я надеюсь, от чистого сердца. Значит, экипаж яхты «Нера» приготовил небольшую открытку, нержавеющую, в честь нашего праздника. Вот. И тут в углу открытки есть маленький бронзовый якорь, который мы отвозили к Кашпировскому, и он его зарядил на удачу. Поэтому каждый, кто перед гонкой потрет этот якорек, тому будет ветер и удача. Спасибо. Покажите все. Саша, положи, пожалуйста. Да, все было очень-то сложно, но я благодарен правлению клуба, что все-таки поддержало ту инициативу, которую делал я. Инглэды, олимпийские лодки, бывшие две конденции. На них конкретно тренируются детки. Нам поставили эту задачу на следующий год, чтобы эти были гонки, как правильно сказать, я уже забыл. Так, чуть речи. То есть сюда на следующий год то приедет вся Украина, чтобы участвовать в гонках именно на Инглэндах. Большое спасибо правлению. Ребят, давайте его поддержим. Спасибо тебе, ты что? Сейчас мальчик на чемпионате Украины. Завтра посмотрим результаты. Я думаю, будут самые лучшие. Ну, давайте действительно поприветствуем его. Поддержим. Человек перенервничал, человек вкладывает свою душу, свое здоровье для того, чтобы воспитывать детей. Но вы же понимаете, какое сейчас нынешнее поколение, какое сложное, как можно из-под планшетов, телефонов и компьютеров, как от этого можно оторвать детей и им вложить в голову то, что тут все-таки лучше, здесь хорошо, тут приятно. Тут вы получите и друзей, и семью, и спорт, и те впечатления, которые мы получаем каждый раз. Когда нас кренят, когда мы уходим в рочинг, мы не пугаемся. Мы с него выходим и продолжаем гонку. Так, дальше, ребят, хочу сказать спасибо еще и Игнатенко Сергею, который тоже занимается детьми, который тоже их воспитывает. Да, они вредны, как он сказал, они сейчас поменяли яхты на девчонок, но они же вернутся, они же наши все равно, Сереж. Как бы там ни было, подойди, пожалуйста. Уважаемые гости, члены клуба, весь наш парусный флот, я вас хочу поздравить с этим юбилеем 40-летия. Очень приятно вырасти маленьким и прожить в этом клубе 40 лет. Очень приятно видеть поколение, ушедшее от нас, видеть поколение, которое сейчас растет. Огромное всем спасибо, что клуб, когда основывался, в этом клубе была детская секция. И, как было правильно сказано, она воспитывалась, преподавались уроки парусного спорта.
И вот эти мальчики, которые сейчас в правлении, они тоже выросли в этом клубе из этих секций. Еще раз хочу поздравить вас с 40-летием яхт-клуба и сказать о том, что в этом клубе есть маленькая секция. При Черкасском парусном яхт-клубе пытаемся ее развивать, быть, ну, как Александр сказал, девочки и мальчики. Им надо помогать. Мы должны быть одно целое, и тогда наш клуб будет одно целое. Мы должны все понять, что нам никто сейчас ничего не сделает. Когда-то делали заводы. Путного ветра, удачи. Ну и, конечно, матросов нарожали. Добрий вечір, дорогі друзі. Всім вам щирі вітання з славного міста на Дніпрі Кременчук. Дякую. В першу чергу хочеться від всього, мабуть, Кременчука привітати яхт-клуб «Парус» з днем народження, привітати з ювілеєм. 40 років – це справді визначна подія. Кременчук в цьому плані буде лише намагатися не пасти задніх. Ну, крім того, є ще одна гарна новина, тому що 25 вересня місто Кременчук святкує два ювілеї. Це 450 років з дня першої яхтсменів яхт-клубу «Парус» взяти участь в цих змаганнях. В минулому році вже було, якщо не помиляюсь, дві яхти з Черкас. В цьому році, я маю надію, їх буде ще більше, і ми разом відзначимо ще один ювілей, але вже на кременчуцькій землі. Зараз йде активна підготовка. Сюди вже на повних вітрилах прибуває ще яхта «Елеонора». На ній саме капітан і керівник яхт-клубу кременчуцького «Санторіні» Юрій Копченко. Я думаю, всі ви ввечері ще поспілкуєтеся, він усіх особисто запросить. Ну а сьогодні вам хочу побажати гарного святкування, хочу привітати всіх яхтсменів. Я знаю, що тут і Черкаси, і Світловодські, і Горішні плавні, і Кременчук. Ви всі молодці, що берете участь в цьому прекрасному виді спорту. Дай Бог вам всього найкращого, щоб вам завжди посміхалася вдача. Ну і в якості подарунка невеличкий сувенір з Кременчука я передам директору клубу «Парус» Олександру. Дякуємо. Голові правління. Голові правління. Вспомніть Бабенкова, директора, який учив мене, прийняв мене на борту яхти «Аяк» капітаном, хорошим чоловіком, який зміг виховати не одного яхтсмена. И хочу сказать Сергею Интенко огромное спасибо. Была такая ситуация, да, все говорят, что он вредный, там такой противный, он не противный. Он правильный, он подошел, говорит, а что ты говорит, делаешь с пером? Я говорю, блин, ну плохо, яхта идет. Вот это, говорит, сними, тут посели, тут поставь, говорит, кто не может, прибегает, приходит, приползает и старается участвовать. Это очень видно. У кого не получается, он звонит, говорит, что мы там хотим. Силы бежали по любой возможности и занимались тем, чем мы любим заниматься. Яхтингом, я имею в виду. Значит, и дальше хочу поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого праздника, кто помогал клуб привести в порядок, помогал там побелить, покрасить, организовать, привезти, отвезти, ну и тому подобное. Александр Валенко, белил, красил. Бывает хорошо. Да. Я вижу, я сейчас скажу всем спасибо, потом дальше мы продолжим. Я не прощаюсь, это не чай побить. Значит, всем, кто приходил, может, я всех сейчас не назвал, извините, тоже нервничаю, волнуюсь, для меня это тоже первый раз 40 лет. Там Черкас и смелые. Хотя осталось тут со смелой, я единственный. Мы начинали в этом яхт-клубе с 86 года. Пришло две яхты с Польши. И отсюда начиналась моя вся жизнь. И до сих пор я здесь живу и радуюсь этой жизни. Потому что другой жизни уже у меня не может быть и не будет. Это в этом яхт-клубе я продолжаю жить и буду жить до последнего своего вздоха. Так что, конечно, жалко, что много уже яхтсменов, которые были здесь со смелых, их уже нету с нами, но жизнь идет своим чередом, тут ничего не поделаешь. Поэтому я благодарю Черкасский яхт-клуб, очень благодарю и руководство его, что яхт-клуб не тухнет, а даже в сложной ситуации продолжает жить и развиваться. Больше мне слов нету. Я благодарен всем. Mm-hmm.
нам такую книжечку интересную. Сори. От Аризон навигации. Значит, приветствие и благодарность. Поехал. Куда вы ехали? 2000 километров. 2000 километров. За рулем? За рулем. Как там собаки какие-то, бродячие собаки, да, это не крюк, туда-сюда. Вот. Я, честно говоря, хотел немножко подбитый летчик, да, сейчас получается, бывает проблемы. Я просто хотел, знаете, о ком вспомнить сейчас, по именно как основатель одних из этих клубов. Это была такая троица интересная. Рябабин, Володя. Три летчика у нас было. Конышкин, Лебабин и Рябухин. Да, три боевых летчика. Понимаете, вот какое поколение мы еще застали, которые гонялись с нами, причем гонялись, называется, ну, иногда впереди нас. Вот. Люди, которые воевали на фронте, как боевые летчики, Конышкин и Лебабин, они были летчиками боевыми, а Рябухин был вертолетчик уже после... Вот эта преемственность не должна теряться. Я так думаю. Наша проблема ведь в том, что история, конечно, можно переписать, но лучше не переписывать. А помнить о тех людях, которые здесь, вот честно говоря, которые здесь загибались, но делали этот клуб, и именно эти деды. Вот они, деды эти, заложили в нас, когда мы видели того же самого Конышкина, который на морозе, скрюченные пальцы. Кстати, они были, ну, как настоящие летчики, они были одни поклонники и, я бы сказал, даже неистовые поклонники, именно многокорпусников. И товарищу Шинкаренко Вове, они вот тогда привили эту любовь именно к многокорпусникам. Быстро летали, быстро. И, ребята, здесь, когда они... мы остаемся на плаву, вот, тем дольше жить будем. Ну, а чем дольше жить будем, я считаю, что, ну, тем дольше это называется, да, как-то передавать свои какие-то знания, которые, честно говоря, есть кому передавать. Вот. Это я так надеюсь. Причем я понимаю, что не могли всех отметить, всех основателей клуба, вот, допустим, Валерий Павлович Мазин, это мой брат родной, вот, он один, кстати, вот этот кран стоит на тех шпильках, которые он на Азоте вынес мужественно, вот такие шпильки, да, и забетонировал. И этот кран до сих пор стоит и не свалился, хотя обещали, что он обязательно свалится. Вот. Ну и многие вещи здесь, да, Сытника. Вот асфальт, на котором мы стоим, это только Сытника заслуга, однозначно. Вот. Бордюры, вот вся эта штука, это... Время, которое было собирать. Да, а вот сейчас разбрасывать камни. Вот мы их пытаемся разбросить, главное не... Сегодня не хватает женских рук и фантазий. Мы бывшие, ну как, старые, нет, не бывшие, бывших никогда не бывает. Мы настоящие подруги своих моряков, своих капитанов, мы всегда были рядом с ними, всегда помогали, всегда украшали этот их клуб, всегда помогали им во всех трудных ихних, ну как бы, делах. И хочется, чтобы девочки продолжали, женщины продолжали это все дело, потому что без прошлого нет настоящего. И хочется, чтобы этот клуб весь был в цветах, в украшениях, ну, фантазии. Просто каждая женщина, которая находится здесь, должна, ну, не должна, а вообще, ну, душой как бы должна дополнять своего капитана, моряка. Это очень важно для мужчин, и хочется, чтобы это дальше продолжалась эта традиция. Вся красота, которую сейчас вы видите, конечно, она немножко запущена, она была гораздо ярче, гораздо красивее. Но я думаю, что вы это все восполните. Спасибо. Поддержать Левдо. Вы знаете, все тут о яхтсменах, яхтсмены забыли о нас. Но ведь женщины, это самое главное, это то, что поддерживает наших мужиков.
И давайте мы будем их поддерживать и всегда быть вместе в клубе, вместе с детьми. Ребята, девочки, самое главное, чтобы наши дети были с нами. Вы знаете, я знаю по себе, мы всегда были в их клубе. И Люда, и есть сытники, вы знаете их, и много еще наших ребят, дети которых всегда были с нами. И когда были ураганы, когда были штормы, мы ждали своих мужей, мы всегда стояли на причале. И самое главное, что мы были всегда с ними рядышком. Поэтому поддерживайте их и будьте с детьми всегда рядом в их клубе. Я этого очень желаю вам. А вы, мужики, не забывайте о том, что у вас есть жены и дети. Это прекрасно, они вас всегда ждут. Не забывайте об этом. С праздником! Хорошего вам дня и вечера. Ребята, ну, хочу сказать спасибо за организацию, праздника. Спасибо за теплые слова, которые здесь звучали. Слушая это, ну, вспоминаешь действительно, потому что, ну, я не с истоков, я намного позже появился, но уже давно в клубе. И все, вот ребята рассказывают, все это вспоминается. Видел своими глазами, как строился этот клуб, как все было. 40 лет, да, дата. Клуб развивается, строится, приходят новые лодки. Ну, в общем, ну что еще сказать? Спасибо, что вы есть. Спасибо. Спасибо огромное. Мне мое рассчитаться? Что? Начинается. Музыканты. А, это видео даже? А, видео? Мы его не знаем. Мы этого не знаем. Это точно для истории, для потомков. К сожалению, я должен... Любите, находите, побеждайте. Потомки, ну подавляйтесь. Пейте нормальное вино. Самое главное, чтобы они никогда не терялись в этой жизни. Всегда были на плаву. Ну и, конечно, трезво мыслили. Самое главное. Хорошо выпил. Как это все называется, этот плов? Это плов ферганский называется. Ферганский? Да. Фергана. Угу. Вот такой ракет. Мы потом, когда перемещаем, да? Когда перемещаем. Это рис настоящий, не китайский? Не-не-не-не. Это рис бомба. Бомба. Хорошо. Шли 15 часов из Світловодська, да, тому що постійно лавіровка була. От. Ну, я хотів участвувати і в третьому етапі. І я знав, що в місті Черкас тут такий юбілей вашого яхт-клуба. Мені дуже, дуже було приємно поучаствувати в третьому етапі і поприветствувати. Хочу пожелати яхт-клубу «Парус» побед. Play with me round, and now I'm sad.
Мотор потеряли. Ну, Витю ж потеряли, Торі потеряли. Здравствуйте, ребята. Приходом. Ребята, о рок-н-ролле говорить долго не надо, его надо слушать. Мы просто начнем играть, услышите, все, подходите. Все, начинаем работать. Вызвучка. We'll be right back.